Здравствуйте, друзья! Сегодня видео будет о канарейках, и речь пойдет про разведение канарейк. У меня вот в этом году складывается такое разведение. Я подбираю самца, самочку, саживаю вместе. Что-то, какая-то самка сразу идет в паровку, какая-то потом, какая-то вообще не идет в паровку. И вот в этом году абсолютно случайно у меня получилось два таких случая интересных, которыми я хочу с вами поделиться. Это касается разведения. Значит, сейчас я вам буду демонстрировать этих канареек и рассказывать непосредственно судьбу, как у них все начиналось, как у них все сложилось у той или иной парочки. Приятного просмотра. Друзья, вот в этом зале у меня летали самки. Вот здесь были жердочки. Все, сейчас убрал. Буду новые делать жердочки, старые выбросил. В общем, самки у меня летали, самцы сидели по клеткам. Вот тут самец, везде были самцы. Вот, кстати, одна самка осталась, пока ее некому посадить. В общем, летают самки. Здесь я посадил, как мне нравится. Допустим, вот желтую посадил. К желтому самцу такую белую самку посадил. Здесь вот, вот этому желтенькому самцу я сажал оранжевую самку. Здесь у них все... В общем, вот так посадил, и хорошо. И вот этот самец желтенький, вот он перед вами, он постоянно пищал, постоянно сидел вот здесь на стенке. Тут этой клетки не было, это сейчас вот в одно место все поставил, потому что тут побелка была у нас. В общем, самец без конца вот здесь свистит. Свистит, свистит, такой свист, писк. Ну вот как сейчас, слышите, пищание. У него здесь такое было настойчивое пищание, вот в этом углу. Он рвался к самке. Самки летали вот здесь, ну, в пролетке, и одна самка постоянно ему откликалась, постоянно откликалась. А с той самочкой, с которой я его посадил, делов не было, он к ней был абсолютно безразлично, она ему была. А вот эта самка, которая, вон, вы видите, на гнезде сейчас уже сидит, она ему постоянно откликалась. Откликалась день, два. Вот она сидит, какая самочка. И, в общем, думаю, раз он так ее зовет, дай-ка я ее посажу. И вот эту самку я сажу этому самцу, и буквально за 4 дня он садит самку на гнездо, и самочка сносит яичко. Сейчас можно даже посмотреть аккуратно. Вот так я аккуратно достаю сюда и смотрю. Вон, видите, яички там. Устелила перышки, сено мое выбросила. Вот, друзья, вот так совпала пара. То есть, как бы ты ни старался, птицы сами себя выбрали. У меня такой случай первый раз, чтобы вот так самец заочно из толпы выбрал самку, переговаривался с ней. И прям быстренько они снесли яйца. Яйца, я, кстати, просвечивал, яйца оплодные. Уже сегодня седьмой или восьмой день. То есть вот такая вот тут у них история. Ну, хоть покушает самка. Так, а вот здесь, смотрите, еще случай интересный. Обратите внимание. Сейчас я тут. Вот. Ярко-желтый это самец. Вот он. Где моя рука? Вот это самец. Вот он. Это самка. И в гнезде, обратите внимание, еще одна самка сидит. Как так получилось? А получилось таким образом. У меня было две свободные, интересные для меня самки. Один самец. И вот как узнать, какая самка первая пойдет? Тут как бы времени мало. Скоро сезон линьки. Думаю, надо успеть. Что сделал? В общем, я как сделал. Я взял две самки, посадил к одному самцу. Они абсолютно мирно, никто никого не обижает. Все хорошо. И вот думаю, какая самка первая? Вот так видно лучше. Какая самка первая снесется, та и будет, соответственно, занимать гнездо. И вот, пожалуйста, посидели они буквально 3-4 дня. Да, вот так, 3-4 дня. И вот эта самочка первая снесла яйцо. Вчера было первое яйцо. Сейчас посмотрим, давайте, что здесь происходит. Ага. Вон, видите, яичко. Может, сегодня вечером снесется, или завтра утром второе будет. Ну, в общем, факт остается фактом, яйцо есть. То есть теперь можно вечером подкараулить, свободную самку убрать отсюда, а эта, которая села, пожалуйста, пусть сидит. Снесет 3 яйца, можно будет самца убрать и посадить с другой самкой, пусть там как у них получится. Ну, в общем, такие вот два успешных, абсолютно случайных варианта разведения канареек. Кому было полезно,
мотайте на ус, пользуйтесь, делитесь своими такими самыми случаями, как вы разводите, как вы выбираете самку, какая первая снесется, какая вторая снесется. Многие жалуются, говорят, вот там времени не было, там туда-сюда, самки начали на этот пол нестись, не успел, сезон не удался. Ну, тоже такое бывает. Так что, друзья, желаю вам удачи в разведении канареек. Вот у меня молодежь, кстати, немножко желтых, можно сказать. Все, друзья, до скорой встречи. Ждите новых роликов про канареек, про попугаев, про рыбок. Всего хорошего, до свидания.